Ава и ее демон. Пошел! Да, хорошо. Уже уходим. Давай, пошли. Это просто продолжай идти вперед, пока мы не скроемся из виду. Может, если мы вернемся назад к сцене, то сможем... Приветик, братец. Давай-ка, включай-ка молча задний ход. И никто не пострадает. Ага, вернуться назад к сцене. Ясно, понятно. А что после этого? Эх, я едва могу саму-то сцену разглядеть отсюда. Один, ты видишь что-нибудь? Один? Нет, только не это. Адепты, внимание! Просим любить и жаловать правая рука самого Титана. Прямиком из рая. Простите, вы случаем не в курсе, где здесь выход? Стратегас 6! Спасибо! Спасибо всем, кто сегодня с нами! Спасибо! Спасибо! Ну что же, вы слишком добры, дорогие адепты! Наша корпорация рада вновь всех вас видеть на проводимой дважды в год презентации наших последних и лучших достижений. Для тех же, кто только еще начинает свой путь вместе с нами, меня зовут Шесть, и сегодня я выступаю перед вами как правая рука и посланник самого Титана. И знаете, что я скажу вам, мои дорогие адепты? Без Титана смысла жить нет, ибо Титан – это лучшее, что когда-либо может с вами случиться. Друзья мои, не улучшим ли мы момент и вспомним, какую форму принимает жизнь, если в ней нет места Титану? Безмолвные сборщики, движимые ли желанием нас уничтожить? В их жизни нет смысла, нет Титана. Они лишили нас наших миров, технологий, родных и близких. Сколько же тяжких потерь и гонений за них довелось нам пережить. Ох, как же мы пытались дать им второй шанс. Но теперь для них уже слишком поздно. Балда, держи свою гигантскую башку ниже. Пригнись. И нам остается только хранить веру. Веру в то, что неся слово. Слово, что гласит: Титан в рай укажет путь тем лишь, кто более всех был праведен и верен ему. Только не теряя веры в слово его, неся его дальше по галактике, мы покараем этих бандитов, этих бессердечных разрушителей, предателей и убийц. Единым фронтом встанем мы перед ними и скажем: Титан уже никогда не откроет вам путь в рай. И вы ответите за все. Титан не даст мне соврать. Именно так все и будет. Ибо таков план, что Титан хочет воплотить в жизнь. И без тени сомнения воплотит. Друзья мои, воплотит. И еще как! Жизнь без Титана тяжела. Жить изо дня в день, медленно, но верно, умирая внутри. С самого вашего детства и до глубоких седей, в итоге все лишь долгий путь навстречу смерти. Но мы адепты, и мы знаем, что мы сильнее этого. И этот путь не для нас. Я думаю, каждый здесь уже наслышан, какими машинами мы располагаем, дабы сделать вашу жизнь лучше. Машинами, что помогут починить нервную систему, уничтожить болезни, заменить конечности и органы. Но сегодня мы удостоимся чести лицезреть одну особенную машину. Машину, созданную лично самим Титаном. Машину, что не только избавит вас от всех людских слабостей, но и навеки обессмертит ваши праведные души. Воистину, это наше величайшее творение. Позвольте представить врата в рай.